Вот, провожаю Надежду Васильевну. Вот он, миндальный куст растет. Береза расцвела. Ну вот, выходим. Где она у меня? Вот она. Ну, давай с Богом оставайся. Ну, ладно, ладно, Милошенька, ладно. Прости Христа ради. Давай. Прости Христа ради за все. Ну все, давай. Ты там никому не надоедай. Там все мои вещи обязательно. Тут. Баночки, ты сейчас задумайся не о вещах. Баночки для Люды, остальное все там для нас. От меня наказ, молчать. Тебе ничего не надо. Хорошо. Только с Богом, с Богом, с Богом, с Богом, с Богом. Храни Господь, тебя, моя лапонька. Давай. Мне тоскливо будет без тебя там. Кто ж меня ругать-то будет? А все, говорит, я такой влюбленный. Давай с Богом. Ну, молись за нас. Слушай, очень слушай меня. Нигде ничего не говори. Хорошо. Научись молчать. Все. И молись про себя. Потому что мы уже истратили свой запас. Да-да. Тут уже вирусы на нас навалились, и все никак. Давай. Все, Надежда моя поехала. Провожающие там набились в кабинку. Все, слава Богу. Ну вот, все. Вот так и жизнь кончится. Вот так. Сейчас заборен. Вот. Стоит, еще он там. Пчелки летают, видимо, заметил. Как внимательно глядит. Ну да. Пчелки летают. Никак не достанет. Ай-яй-яй, благослови, Господи. Все. Идите и проповедуйте Евангелие. Крест ходили и благовествовали Слово. Вот так. Вот теперь яблонька расцветает, береза, елка. Вот что у нас тут все богатство. Сегодня вот картошку садили. Сейчас покажу, где. Это ванна. Дождь будет идти, туда доску. Если упадет туда голубь или кошка, чтобы можно было вылезти. Вот сегодня посадил. Я утром тут беру ревень. Вот он. Вот. Вот. Дал эту землю одним, говорю, то сажайте и все. А муж копает, и тут хорошие кусты. Он ревень весь выкопал и все выбросил. Не знал, что это ревень. А тут у нас яблоня, большая яблоня. А это виноград лежит, прозимовал. Все благополучно. А там у меня сирень в углу будет. Так. Так, по. Это у меня растет чесночок. Все как надо. Что тут он делает? А что он там нашел? Что? А, ну. Что у тебя здесь? Ой, как испугался. Ну, еще ты испугался. Вот тут две яблоньки посаженные вот в этих вот. Там вон вторая среди этих. Ну, вот, все. Это вишня большая. Новые кусты. Это здание главное. Храм у нас здесь. И здесь.
Все на этом.